несмотря на проблемы, которые нам пытаются создать наши недоброжелатели и завистники, тем не менее, наполняемость бюджета все-таки идет нужными темпами. Растут нефтегазовые доходы, но и, что особенно приятно, не нефтегазовые тоже, по-моему, на 24% за последнее время. Все это говорит о стабилизации экономических показателей, во всяком случае, на данный момент времени.